Всем приветы. Ну вот не стыдно мне смотреть ему в глаза. Хороший мой, лежи, скоро мы тебя установим. Вот. Хочу поделиться успешно проведенной операцией по пересадке сердца этому трактору. Тракторочек пятиступка. Двигатель от Дмитрия Назаровича Дружинина. Я думаю, что многим он известен, КМЗшникам уж точно всем. Вот. Двигатель им был отревизирован, проверен. Детские болезни устранены. То есть я у него его приобрел в абсолютно готовом к установке варианте. С переходной плитой. Сцепление, ну вот можно отсюда увидеть сцепление ВАЗ, диск сцепления от китайского мини-трактора. Сейчас покажу. Вот такой вот Made in China с демпферными пружинами. Сцепление включается мягенько, двигатель работает чётенько. Ну, тут осталось мелочи. Перенести бак вперед, чтобы капот закрывался. Или поставить электронасос с того бака. Еще пока не знаю, каким путем пойду. Ну и тут по мелочи все вот эти тросики подключить к этому двигателю, чтобы все уже работало. От ручек управления, скажем так. Ну и продемонстрирую заводку. И работу сцепления. Вот примерно так он заводится. Есть у этого двигателя декомпрессор. Ну, вот из теплого гаража смысла не вижу им пользоваться. Движок и так заводится бодро. Так, дальше будет плохо слышно. Выхлоп идеальный. Хочу еще отметить, что все встало в штатное место, без каких-нибудь переделок, доработок и так далее. То есть все ребята сделали на красоту. Я очень доволен.